Всем привет, с вами я, Голубой Кот, и у моего любимого ютубера, да, Якенда, ладно. Бути абонентом Тріолан – це швидко отримувати відповідь на всі запитання в будь-який день і час. Як буде? Зачем ми видим його? Він дуже поважно близько со мною, він головний. Він сидить на сонці. Він под дверь какая-то і падає. Вот это прикольно сейчас. Под конец он стал черным. И это уже разрушенная лаборатория. Давайте разберем, что ж тут есть. Зачем мы видим какую-то надпись, какую я не могу понять. Потом мы видим одного из ученых и этого кота. Еще одного ученого. Еще видим клетку, начали какие-то цифры. Начинает петь. Он стоит в этом месте. Какие-то порталы из кота. Он потом куда-то падает. Мы потом видим Брискоса. Дальше мы видим его сердцебиение. Что мы видим его людей? Мы видим его руки. Начинает глючить и затягивает этот код. Он говорит, что-то ему врубай. Но он не видно перед не хочет делать. И он какой-то серенький стал. Снимает вот этого момента, этого его близко снимал. Внизу у нас еще какой-то ветер. Он теперь куда-то летит, у него черный красный. Видим, как он линейка. Он все черный.